Судебное решение на руках, и приставы отправляются по квартирам должников. Не всегда горожане впускают по ту сторону двери для проверки имущественного положения, потому как знают, чем это может окончиться. У этой гражданки долг вырос до пятизначной цифры, однако это не помешало ей приобрести недавно мебель за несколько десятков тысяч рублей наличными. Приставы описывают имущество. Кресло и диван, потом ноутбук и жидкокристаллический телевизор. Я не смогу только заплатить, вы понимаете, вы не понимаете. Имущество обнаруженное подлежит аресту. Если арест составляется на сумму менее 30 тысяч рублей, тогда должнику предоставляется реализовать это имущество самостоятельно. И денежные средства идут на погашение задолженности по коммунальным платежам. Если же сумма задолженности составляет более 30 тысяч рублей, тогда уже реализуется в обычном порядке через торгующую компанию. Ездить на машине, отдыхать на курортах никто не запрещает, как и копить долги за коммунальные блага. Правда, последнее чревато. В суде сотни исков по взысканию долгов собственников квартир. Очень часто должники считают, что если у них удерживаются с пенсией или заработной платы, то имущество у них не будет арестовано. Это ошибочное мнение, потому что первоначальная мера – это арест имущества. В ходе рейдовых мероприятий, которые усиленно проводились в течение месяца, судебными приставами и исполнителями отработано почти 450 адресов. Взыскано более 500 тысяч рублей, произведено арестов имущества на сумму более 130 тысяч. В домах Ленинска-Кузнецкого сотни дверей, куда еще не раз придется постучать судебным приставам.